Так, аккуратно, Яша. Всем привет. Сегодня... Так, не лезь. Сегодня 3 число ноября. И каждый месяц раз... Ну, каждый месяц в начале месяца я снимаю ролик о этих двух непослушных телятах. Сейчас высыплю. В общем, нате. Вот так. Те, кто не смотрел, можете пересмотреть видео об этом. Я снимаю эти ролики для того, чтобы самому понять, как, ну, с каким темпом растут мои телята. Яшке 26 числа было 9 месяцев, а Квитке 26 числа того месяца, а Квитке вот 2 ноября было 7 месяцев. Она на 2 месяца от него меньше. В росте, то есть в росте они одинаковые, а в размере Яшка, так как он бычок, он немножко позбитей. Хотя, так как он на 2 месяца старше, то нельзя сказать, что он намного больше от нее. Едят они хорошо. Этот месяц они ели кормовую свеклу и листья, ну, кусты от капусты. В общем, они его все поели. Огород мы уже закультивировали. И сейчас они остались на сухпайке, на сене и на дробленке. Ну и вода, и все. Вот так они и будут есть всю зиму. Сахарный завод, который находится, ну его буквально, можно сказать, видно, если залезть на крышу дома. В этом году запускаться не будет, поэтому привозить с другой области жом по 500 гривен. Но если у нас стоило в прошлом году 100 гривен или даже 90 за тонну, то по 500 гривен с другой области никто привозить, конечно, не будет. Будут на сене и дробленки. Яша! Яша, а ну подвинься! Пускай Квиту! Так, мало что ли? Надо сыпать больше на середину. Она сыпала в углу и две больших головы. Вот такие огромные головешки не умещаются, да? Вот, как-то давайте без бадания. По очереди. Раз ты, раз он. Вот. Если на них посмотреть издалека, вот они такие. Конечно, сейчас они немножко грязные, так как шли дожди, во дворе каша. Даже ходить не хочется. Вот такие конфеты повысыхали на ногах. Ну, я думаю, это им не мешает, а мне тем более. Это не дойные коровы, их доить не надо, поэтому и так сойдет. Да, Яш? Вот так. Так они и выросли в этой тачке. Все лето в ней едят. В общем. А, еще вот покажу, где они придумали себе ночевать. Да, вот здесь у меня хранилось сено. То есть сено, солома, тюки были с соломой. Тюки, ну, некоторые нитки на тюках перегрызли мыши. В общем, вот так получилось. Здесь такое пустое пространство и солома, та, которая была с перегрыженных тюков. В общем, они здесь спят. Им это очень нравится. В общем, вот такие они. Два дырочка. Да, Квитулечка? Яшка. Вот такие красавцы. Ну, не знаю, что про них рассказывать. Встретимся с телятами через месяц. Всем. А вот, кстати, вся птица горланит. В общем, всем пока.